нечестно. Точно. Ты прав. Что нечестно? Я про тебя. Но ты сама подумай. Ты добиваешься всего, чего только захочешь. Во мне все видят неудачника. А в тебе новое божество Яры. Нет, люди видят другое. Да ты гонишь. Нет. Люди видят это и все. Но мне плевать. Да, потому что ты крутая. Знаешь, до Либертат у меня было два лучших друга. Как у тебя? Лита шутила, что мы для Яры всего лишь числа. Я была 13-й сиротой в школе потерянных в Эсперансе. Затем кадетом номер 2683. А потом рекрутом 0418 в отряде возрождения Рая Кастильо. Перед смертью Лита сказала, мне повезло. А я как дура думала, да, не ты лишь число, никто. Надо было слушать. Она знала, что я могу стать кем захочу. Пыталась намекнуть, что нужно не ждать, а действовать. Люди видят то, что хотят. Я не число, не чертова пушка. Я повстанец, как и ты. Вот мое оружие, а вот твое. Вообще-то я тоже крутая пушка.